Друзья, всем привет! Ну что, на улице небольшой морозец, а мы в чудо-боксе к Саньку приехали. Лодочка немножко подсдулась, ну что и следовало ожидать, потому что она как решето, будем клеить. Вот, упаковочка с Озона, там должно быть две баклажки клея. Надеюсь, нам все положили, может там вообще кирпич какой-нибудь. Та-дам! Клейберг! Вот он! Маркировка 900i. Все. Две банки есть, можно клеить. ПВХ-шку тоже забрали, привезли. Вот рулончик большой, камуфлированный. Так что, друзья мои, погнали клеить, скоро полетим. Сразу наваливаем. Ох, вкусняшка. Зачем на рыбалку ездить? Понюхал, о, уже лещи улезут из стены. Вон, два подлещика. Вон два подлещика побежали, Колян. Подсекали. О, глаза режут. Ребята, какая техника безопасности? Вы чего? Мы в России. Лодку чих. Контактный клей все-таки. Момент, можно сказать. Все, клеим дальше. Теперь обезжириваем саму ленту и сюда клей наваливаем. Вот так вот. Элементарно просто. Все элементарно просто. Сил много, но что делать? Погрели. Прикатали. Все, вот так весь воздух оттуда выдавливаю. Прикатываем. Все. Ленточка. Чешуйку. Бам-бам. Теперь это выглядит вот так. То есть специальная люверсная лента проклеена, она спрятана. Вот сюда чешуя, все это плетется, а сверху вот так рубашкой закрывается, чтобы ничего не драло, не било. Вот так вот она. Опа. Вот так баллон. Под нее прячется чешуя и связка. Все, один бок сделали. Сразу возникает вопрос, конечно, вот пятак я отклеил, убрал, потому что здесь нельзя, чтобы он был, здесь будет чешуя. Но нужно вот этот борт защищать, здесь усиление, вот как вот по килю такая резинка, соответственно, надо клеить по баллону такую резинку, и мне кажется, вот по этому боку, чтобы чешуя не протирала баллон. Чтобы это было все зазором, там стопудово будет песок, будет грязь, иначе все это умрет. Ну, можно ПВХ заклеить вторым слоем. Но я думаю, что вот такие усиления ленты засобачить. Вот здесь по боку, по основанию, и еще здесь два, наверное, ряда. И так ту же сторону. Ну, дырки клеить. И боюсь, придется фальшборд еще буду с камуфляжа. Вот это все снимать, все расклеивать и фальшборд, чтобы полноценная лодка была. Ну все, друзья, поработали с клеем, клей огонь, две баночки за полторы, отлично просто. Так что едем на работу, уже время к 12, пораньше встали, поработали. Все, увидимся, друзья, будем клеить, варить, паять, пока не полетим.